Гостей на Сабантуе по традиции встречают хлебосольно, угощают чак-чаком, медовой сладостью, сделанной из пшеничной муки и сырых яиц. При этом музыкальное сопровождение обязательно. Главам трех регионов Виктору Томенко, Рустаму Миниханову и Александру Бердникову такой прием пришелся по душе. Как и сам праздник, Сабантуй – еще одно подтверждение крепкой связи Алтайского края и Татарстана, который уже не один год. Вы даже не представляете, в каком месте вы живете. Всевышний вам дал уникальное место. Вот каждый раз, когда я сюда приезжаю, здесь на самом деле такая мощная энергетика. Настолько сегодня уже связи развились. Там сегодня нет точного порядка счета, но это миллиарды рублей товарооборота, значит, между нашими регионами. И это, конечно, взаимная симпатия, такая, знаете, настоящая дружба людей, которые вот за тысячи километров друг от друга живут и друг к другу в гости приезжают. Сабантуй – праздник национальных традиций. Здесь жители и гости нашего края могут, например, узнать о борьбе на мешках, народной татарской забаве. Задача простая – сбить противника с бревна. Богатырские бои идут до победного, некоторые – до 15 минут. Но такая забава – лишь одна из многих. Как забираться на стол, как идти по наклонному шесту, вот, так же и бои на мешках. А сколько мешки килограммов вообще весит? Тут как бы не в килограммах, тут просто набираем пол мешка соломы, так, примерно, чтобы не больно было и чтобы не мягко, так, средне. На Сабантуе каждый может показать свои обычаи, культуру и кухню. Так из города Заинск приехала делегация из 150 человек, похвастаться своим городом и местными мастерами. Мы педагоги детской школы искусств, поэтому то, что мы делаем с детьми, мы представляем здесь. Здесь есть и обереговые куклы, которые мы делаем. Здесь есть и тарелки глиняные, на которых роспись. Это виды Татарстана. Ну и, конечно, декоративные узоры. Этот татарский праздник на Алтае отмечают с 1994 года. Уже 25 лет он служит мостиком между Алтайским краем и Татарстаном. И по словам руководства регионов, добрые и тесные связи будут крепчать и расширяться из года в год. Владислав Кириенко, Алексей Шаульский. Новости.